откуда, то они жилеты в грязной рвани, озлобленные взгляды, одичалый вид. Что ждет их в будущем? Что с ними станет? Сегодня беспризорник, завтра враг труда, бандит. На бойне мировой отцы их погибали в царских родах. Их матерей терзали интервенты голодом, блокадой. С младенчества на лица их морщинами легла забота. По городам они скитались злым, голодным, волчьим стадом. Что их спасет? Благотворительность, нравоучение, им и нам смешно все это. Мы знаем больше, человека создает среда. Путевку в жизнь им даст Республика Советов, познавшая могущество свободного всеобщего труда. Гигантов металлургии мы строим под таежному безлюдью. Мы судьбам человечества нашли рычаг живой. Мы беспризорников научим в новый мир пробиться грудью. Мы переплавим их в рабочих стройки мировой. Пожалуйста, право бывает. Вот здесь.
Ага. Парень, что надо. Отца прирос. Приходи скорее, мать. Почем яблоки? Дорого. Ну вот, еще. Ну ладно, давай, давай. Ну, бери, бери. А тебе чего? Почем яблоки? Держи его. Пусти. Thank you.
мы мертвых не водим. Ушла Колька, мать. Ушла Колька, мать. Слышишь? Thank you.
А ведь на койках спать удобнее. Зек. Шурин. Облава! Черти проклятые! Бей, Берта! Бей, легавых! Бей! Бей, легавых! Бей, Берта! Стихой! Товарищ Мартынов, держите крепче, он кусается. Чем занимаешься? Я гулящая. Дайте анкету. Девочки все. Давай, ребят. Родители есть? Родители есть? Что ты молчишь? Чего же ты хочешь? Марафет, водки и девочек. Ничего, сказал. Здравствуйте.
Мустафа, Бер! Старый знакомый! Здорово! Здорово! Тетя Баша, здравствуй! Здравствуй, Мустафа, здравствуй! Где он только не был? Кто его только не знает? Главарь целой банды. Дядя Миша, здравствуй! Здравствуй, здравствуй. Откуда последний раз ушел? Из Ростовского приемника бежал? Бежал. Саратовского бежал? Бежал. В Москве, Серпуховском, сидел? Бежал. Ну куда ж тебя теперь направить? Все равно убегу. Тогда в исправдом, за решетку. Солдат к ужам. Ей-богу, убегу. Ну, в комнату пойдем. Не пойду я. Не пойду. А это Мустафа, Бер. Здорово. Вы что, товарищ? Сын у меня пропал. Николай Ребров. Нет ли его у вас, товарищ? Списка? Нет. Нет. Посмотрите в камерах. Пойдемте со мной, товарищ. Мент идет. Качанский рыдать. Сейчас принесу. Надо нахуй. Тимок 130 принял и боится играть. Товарищи, считаете ли вы? Внимание, товарищ.
Считаете ли вы, что таких трудных ребят необходимо изолировать? Я категорически возражаю. Я думаю, что если мы... А я предлагаю и настаиваю таких ребят, как Мустафа Керп, направлять в исправдома. За решетку в тюрьму это не выход. Что же вы предлагаете? Товарищи, надо подумать, что делать вот с такими ребят, которые черти сколько лет болтались на улице, бегут из всех детских домов. За решетку. Надо найти другой выход. Да, надо подумать. А по-моему, и думать нечего. А, товарищ Мен! Ну-ка, Маш, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Ты что, понарел, что ли? В пустой комнате здоровается. Эх ты, тютя! Зачем вызвали? На осмотр, что ли? Ребята, смотри. Кто это? Товарищ милиционер, можете идти. Ты что? Доктор! Ребят, доктор, раздевайся. Ну вот, раздевайся. Штаны снимать? Ближе, доктор! Ну, ребята, одевайтесь. Ну одевайся, вот одевайся веселее, одевайся ну веселее. Вот, теперь одевайся. Давай сюда, одевайся, давай сюда, давай сюда. Одевайся, ко мне, ко мне. Одевайся. Давай, давай, давай. Нет, давай веселее. Ну, веселее, 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 одевайся. Садись. То одевайся, то раздевайся. Вот что, ребята, сидите вы здесь, воздух портите. Детдом идти не хотите? Нет. Нет? Правильно, правильно. Парни, вы что надо? Чего вам в детдоме делать? А, здесь сидеть тоже, буза. Ой, буза. Ребята, а на свободе сейчас? Ой, хорошо. А, вот что, дело у меня к вам, секретное. В бывшем монастыре в одном устраиваю я фабрику коммуны. Поедем со мной, кто хочет. Добровольно. Вместе работать будем. По столярному, слесарному, сапожному, механическому делу, какому хотите. И управлять коммуной сами будете. Ну? На полном доверии. И на свободе будете. Ну? Ну кто хочет? Высказывайте. Стань твоей коммуны! Такой их шортной матери, да? Винтов наставишь! Потом... Сия, подожнемся! Чем коммуны? А вы куда? Включи! За решеткой сидеть будем! Винтов наставишь! Стань твоей коммуны! Все правильно! Иди к чертовой мать!
Мозгуйте. Ваше дело. Уйти всегда успеете. Ладно. Варим свой коммуну. Говорил. Доктор. Севера, это мы. Прощай. Выходи. Здравствуйте, товарищ Сергей. Здорово. Вот пропуск. Хорошо. Ну, ребятки, пошли. Пошли. Ну, что же вы, ребята? Ну? А конвой где? Конвоя не будет. Вы добровольно. Thank you.
ловкость рук и никакого мошенничества. Вот здорово так. Молодец. Молодец, Мустафа. Ну, Мустафа, чтобы это было последний раз. Это вам государство долг дает. Отработаете, отдадите. Товарищи, телеграмма из коммуны от Сергеева. Ребята, сейчас вырежу заготовку для ботинок. Вот так. Вот заготовка. Ну, кто вырежет? Ну? Да! Попробуй! Посмотрим. Ну, Мустафа, Фер, не подкачай. Привычки прежние отцов, отцов, свобода, эль, работа, средства, цвета, сапожки, навеки сон, навечно будем водой и тепло. Вот это ловка и белый шок на тонко, ловка, лови, не подкачай, ловка, умей и сторонку. Тебе заснул переключай. Привычки прежние на слов, кому на цель,
работа смена, мы спаса пошли за ребенком, а честно будем потом идти темно. Вот это лодка, и белый подготовка, лодка, твои подключай, лодка, умение и здоровку, тебе на кухне переключай. Кипит работа горячо, горячо, не встав на льдарный, не взять на пушку, скользи туманом, дуги плечо, и бой катушки, летя на кружку. Вот это ловко, и белый подготовка, ловко, и не подкачай, ловко, убей и здоровку, теперь на кухне переключай. Пришел, конечно, подтягивать, и по карманам ушам не шарить. Бери на волос, учись давать, пойти на пизди, зажги все сари. Вот это ловко, и белый подготовка, ловко, поди не подкачай, ловко, попала перекопка, тебя на круг переключай. Крепишки прежние на слом, на слом, кому на цель, работа средства, мы за сапожим на ремеслом, на лето будем постой единство. Вот это лодка, и белый подготовка, лодка, пари не подкачай, лодка, умей и здоровку, теперь на круг переключай. Вот это лодка, и белый подготовка, лодка, пари не подкачай, лодка, умей и здоровку, теперь на круг переключай. Ложки сперли. Ну. Ага. Ножи, вилки и ложки кто-то спер. Если не найдутся, вычтем из вашего жалования. Ложечку. Горячо. Вот
не были! Покрывать не будем! Все, снова идем! Откуда говорят? Да, подходите в толпу. Иди, арестовать его надо. Товарищ начальник, мною задержан вот этот гражданин за избиение беспризорного. Ваши документы. Документов у меня с собой, кажется, нет. Вот только книжечка. Друг, сукин ты сын. Thank you.
бить головой о мостовую. Расстреливают, убивают. Хотим ехать в коммуну. Хотим сами шить сапоги. Давай отсюда! Чего отдохнули? Отойди! Чего надо? Да что ты? Катись! Добро! Катись, катись! Хотят ехать в коммуну. Хотят сами шить сапоги. Понял? А гольцы, сукины дети. Молодцы, ребята. Напугались мента. Испугались, целым отделением приперлись. Боевые ребята. Ай да молодцы. И это Колька привел нас. Привел сюда ехать в коммуну. Прошла зима. Крепла и раздевалась коммуна. Мастерские выполняли большой и срочный заказ. Шила, резец и пила. Заново рождали людей. Казалось, что труп окончательно победил. Но... Товарищ Сергеев,
мы без работы сидеть не можем. Ребята бузят. Николай Иванович, решай, что делать. Хорошо, ребята, поеду в Москву, буду говорить. Нет. Что же делать? Ребят. Сами пришли в коммуну, сапоги чистить. Эх вы, гады!
что же вы, ребятки? Вы сдохли, убили. Да, славно время провели. А я вам подарочек привез. Будем строить железную дорогу от коммуны до станции. И сами, ребята, будем ее обслуживать. Поняли? Поняли! Поехали! Поехали! Мустафа будет машинистом! Машинистом! А Колька кондуктором! Кондуктором! А я стрелочник. А кто не хочет работать, кто хочет бузить, пусть уходит. Ну, ребята, чтобы это в последний раз. Ребята, качай Николая Ивановича! Что? Качай Сергея! Thank you.
Николай Иванович, не будут больше стоять танки. Мама, Валя, моя усталая, эх, долго ли буду тебя я носила. А судьба ли ты моя роковая? Эх, долго ли я жил? Глядел я на свете родился, для чего родила меня мать. Эх, и тюремную жизнь испытал. Мустафа ушел. Сколько свист. Стой, эх, нелюбимая, на борт запалится, щи горяченько, за кипяточком, слезы капают, эх, ручеечек, борт запалится, да будет париться, не понравится. Горячая, за кипяточком, слезы катятся, да ручеечек. Thank you.
15 дней за пьянку и неявку на работу. Пьяные морды! Где налезали? А почему-то пустую даны на вот тебя люблю, а других я замутию. Юбку новую порвали и разбили правый глаз. Не ругай меня, мамаша, это было первый раз. А ты почему-то вот какого-то одного тебя люблю. Ёлки-палки, лес густой, ходит папа холостой. Когда папа женится, куда же мама денется? А почему ты будешь Гаврилу! Томка, Гаврилу! Томка, даёшь Гаврилу! Два громилы, хоп, перепумбия. Один я, другой Гаврила. Гаврила. Гаврила, правильно. Хоп, перепумбия. Друг на друга мы похожи. Хоп, перепумбия. Как две тупли? Это похоже. Правильно. Правильно. Там мы перепумбия. Раз гуляли мы похожи. Хоп, перепумбия. От гитары я помою. Правильно. А квартирку закатили. Все, что было. Мустафа слабо. Айда, Мустафа. Айда для фарту. Да ешь, что лежишь. Давай, играй! Ну почему они за такого залучили? Да, давай тебя люблю. Ну давай, вот. Ждите моего знака. Ну давай, давай, давай. Приготовиться. Давай. Как тебя зовут? Как тебя зовут?
Буду первым машинистом на первом паровозе. А я кондуктором.
моя, да-да, к мне рота солида, без парадинма, в голове от комсомола моя рота. Ой, вы моды, губу крабила ты, ой, мэрия, северола хэла ты. Портил. Мустафа должен из коммуны приехать. С чего ты задержался? Маленько обождем. Ha ha ha!
сегодня вылилось массовое торжество. Коммунары и окружающее население готовилось к встрече первого паровоза. Thank you.
Как же? Мустафа. А хотел быть машинистом. Комиссии в лучшему другу детей.